Мы в Москве на выставке «Паркзоо». Это ежегодная выставка профессионалов зооиндустрии. В этом выпуске мы готовим обзор новинок в груминге, которые презентуют поставщики на своих стендах в рамках «Паркзоо». Будет очень интересно, обязательно подпишитесь на канал. Поехали! Попасть на выставку, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Паркзоо и распечатать вот такие пригласительные билеты. Интересно, нарисовал. А ждать, что ждать? Это стенд Груммира. Идем смотреть новинки. Видишь, меня больше самого прикалывает. Сегодня упрощенно. Я понял. То, что мы сейчас, это быстрый комплимент хозяеву. Ну, написал имя там. Да, да, да. Феном просушил, все. О, супер фены. Супер фены. С обогащением озона. Так. С озонацией воздуха. Что это значит, Вань? Шерсть во время сушки пропитывается озоном. Ого. Ты не знал, что ли? Нет, я первый раз. У людей там это хотим. Также есть одномоторные. Ага. Кнопочку потом врубаешь и поехали. Супер. Но его же нельзя часто, да, использовать? Можно. Можно? При каждой сушке? Можно. Это же не спа-процедура через воду, которая происходит. Там другая озонация идет воздухом. А потом? И еще одна новинка. Это официальная презентация в рамках выставки спрея Бифазик от компании Милорд. Это 100% антистатик, вкусно, приятно он пахнет, и можно использовать его для расчесывания. Давай, Вань, спецпредложение для наших подписчиков. Для подписчиков канала Азбука Груминга всем супер скидка до конца ноября. 10% на всю продукцию Командор на сайте Грумир. Окей. Подписывайтесь на канал, получайте скидки. Ура, погнали! Конечно, нельзя обделить вниманием стенд Ив Сен-Бернард. В этом году итальянцы презентуют новую упаковку и новые объемы старой, классической, всем уже давно полюбившейся линейки. Сейчас покажу. Да? Да. Да. Все. Супер. И теперь на предмет разводов. А то мы, знаешь, помоем собак, потом все... Красота. Главное не забывать, это хорошо промывать. Это вот главная новинка. Такие вот расцветочки разные, приятненькие очень, из которых мы будем делать вставки в разные наши стандартные расцветки. То есть за стандартную идет вставка в середине, непромокаемая. Да, да, но это для тех, кто, естественно, первый раз в большом объеме новую штуку. Это средство для борьбы с запахом. Вещь натуральная, производство Швеции. Продукт просто шикарнейший, который разрушает до неорганического состояния всю органику. Он работает как удалитель фекалий, мочи и всего прочего. Плюс еще пятна крови, травы удаляет элементарно. Нет, он именно разрушитель запаха, именно очиститель. И сам по себе готовый продукт 550 рублей, пол-литровый спрей и пол-литра концентрата, который разводится до 1,40-1800 рублей. В ближайшее время, как только мы получим сертификат, мы откроем его, собственно, на сайт и страницу на Фейсбуке. Что за акция 10-15? У нас сегодня на все товары 10% скидка, на любой, который у нас есть на витринах. Да. В зависимости от... Есть у нас специальные акции на 5-литровые объемы, омега-линии и профессиональные линейки на 5-литровке 15-20%. Для какое-нибудь кодовое слово для оформления заказа на сайте для наших подписчиков, чтобы они этой акцией могли воспользоваться? Мы любим много. Все просто. Только цвет. Все то же самое, цвет, вкус, все равно.
все розовый. Вот эта вот штука отличная. Вот это вот отличная штука. Это настоящая охлаждающая жидкость. Она не условно охлаждающая, типа вот масло охлаждает. Она по-настоящему охлаждает. Оказывается. Она сделана с пеларгоном. Поливаем. Потрогай. Ого! Это иней. Реально лед. Да, это иней. Это настоящая охлаждающая жидкость. Нож охлаждается в секунду. Включаете, он работает. Тяжелый какой-нибудь пес, какой-нибудь там с грязной шерстяной, и нож уже горячий. Раз, я настрою холодильник. Сделано 1500. Спасибо. Пожалуйста. Это, в общем, у нас удлиненные зубцы для пуделистов. Вот такая вот замечательная новинка. Вместо обзора новинок у нас новый ракурс приобретает это видео. Бонусы для наших подписчиков. И это представитель студии «Заточки Точилка». И ребята любезно дают всем нашим подписчикам, посмотревшим это видео. Мы даем скидку 7% на заточку любого инструмента грумерского, только обязательно грумерского, только для грумеров. Студия Точилка. Да, вы приходите, говорите, что вы посмотрели выпуск «Азбуки груминга» про Парк Зоу, и мы даем вам скидку 7%. Либо кто с регионов, вы просто пишите нам ВКонтакте, либо в Инстаграме, все нас уже знают там, и мы делаем вам по промокоду скидку «Азбука груминга» рули. Какие у вас есть новинки? Какие-то ножницы нам обещают показать? У нас новая семерка Onyx пришла. 7-дюймовая. Так. Можешь попробовать, значит, мягкий. Всего 10 тысяч. Всего, да. На выставке 10% скидка есть. Так, на все? На все. Прям вообще. Тем более сегодня. Ух ты. Ну. Ну, ножницы реально очень приятные. Так, для тех, кто посмотрит этот обзор и захочет такие ножницы, кодовое слово при заказе на сайте, чтобы это 10%. Азбука груминга? Да? Дает это добро? Дает. Все. Только на ножницы? Только на эти филлеры? Давайте до конца месяца на весь ассортимент. Заведу сегодня промокод. Все, промокод. Что... Азбука груминга, говорили. Здесь я царапела. Да. Да. Что еще есть из новинок? Пудра для груминга есть артерская. Достаточно. Цела. Она уже тоже пришла такая пудра. Так. Целый килограмм. Всего за 1000 рублей. Супер. А с 10% скидкой за 900 рублей будет. Ну, я могу только понюхать ее и попробовать. Да. На ощупь. Но я не рекомендую, к сожалению, поэтому мне очень сложно это определить. Но кто напишет нам отзыв, кто пользовался этой пудрой, будет благодарен. И делаем дополнительный. Артера. Пульверизатор. Мелкодисперсионный. Прям брызгает. Да. Она же у него, может, с ними... Самые форминаторы. Это те самые форминаторы. Французские с карбоновой гребенкой. Щадящий, абсолютно не режущий. И силиконовый. В комплекте в каждом форминаторе идет и та, и другая. Нео. Нео. Еще обалденные шоколадки, за которыми ходят. Да? Нам, да? Попробуйте, говорят, очень вкусно, возвращаются третий день. Мы вас в блок, а вы нам шоколадку, да? Спасибо. Что ими делают? Она просто пенит. И это... Рука. Намывать. То есть мы используем для мытья посуды, отдираем у них эти штучки. А чтобы дать сделать специальный губ. Наталья Самойловой, она прислала пару фоток, она брала, как бы уже пробовала на кошку. Одевается на кошку, на голову. Зажимаются уши, подавляет звук от компрессора. И абсолютно спокойно реагирует на сушку. То есть, не знаю, что что-то происходит, но на видео такое ощущение, что это два раза. В конце
конце каждого дня разыгрывается призовой фонд для всех участников фестиваля. Мы вас не приглашаем на легкую прогулку, это будет тяжелая ежедневная работа, но вы кайфанете. На этом заканчивается выставка ParkZoo, закрывается. У нас, конечно, будет большой, красивый официальный ролик, но я боюсь, что он будет не скоро. В официальном полноформатном ролике мы приготовили вам какой-то колоссальный подарок. Просто только сегодня мы придумали, выпросили этот подарок, нам его утвердили, мы его согласовали, и в официальном ролике, отчете о фестивале груминга в рамках ParkZoo будет разыгран сертификат на обучение недельное в Италии в феврале. Поэтому ждем с нетерпением этот ролик. Желаю всем удачи в розыгрыше и до новых встреч!